Привет, народ. В воскресенье я попробовал разрубить бутылочку, справится ли парамиля. То один из пользователей сказал, что вот рубить нужно именно так, как я это делал, потому что, ну скажем так, поперек бутылочку очень сложно разрубить. То я решил попробовать. Давайте попробуем на краешек ее поставить и попробуем, что получится. Вот, в принципе, вот такой вот рез. Ну, как бы не совсем, конечно, да, то, что хотелось бы. Ну, вот как-то так вот. Конечно, было бы интереснее, чтобы ее совсем уж ровно разрубить, но как бы замахиваться просто вот так вот мне как-то неудобно. Ну, вот, в принципе, вот так вот. Все, как-то так. Пока-пока.